казалось бы, ну к чему сухая листва в музее? Однако в Радищевском уже приготовили много вот такого материала. В это воскресенье здесь пройдет акция «Семейные выходные». Всех желающих вместе с детьми научат делать картины из стеблей, семян и засушенных цветов. Поскольку это выходной день, то мы ждем родителей с детьми, бабушек с внуками, для того, чтобы они иногда вместе, иногда, может быть, они торопятся куда-то по делам и оставят ребят здесь одних, чтобы они могли и познакомиться с музеем с неожиданной точки зрения. Но в Ледовом дворце «Кристалл» уже растопили лед и привезли сюда тепловые пушки. А все потому, что в эти выходные вместо хоккеистов на эту площадку выйдут баскетболисты. И даже если вы не болельщик, приходите посмотреть. Матч обещает быть захватывающим. Ну а зал филармонии в эти выходные должны заполнить любители музыки, причем не только классической. Ансамбль «Волга Бэнд» приглашает на концерт для чтецов с оркестром. Актрисы Саратовского театра юного зрителя будут читать детские сказки в сопровождении музыкантов. Есть такое замечательное произведение у Лероя Андерсона, называется «Балет для наждачной бумаги». Ну, очень любопытно, конечно, для деток будет, когда выходят четыре исполнителя серьезных концертных костюмах, в смокингах с бабочками. Вдруг у них в руках оказывается не что иное, как наждачная бумага. И оркестр аккомпанирует, они исполняют как настоящие солисты, выдают там какие-то ритмы с этой наждачной бумагой. Ну, для водных процедур, конечно, уже прохладно, зато есть хорошая альтернатива. В выходные приходите на экскурсию по саратовским родникам. Вас ждет пешая прогулка по холмам от Алтынной горы до Смирновского ущелья. И все это в сопровождении экскурсовода. Главное, оденьтесь потеплее.